молочная балка, самый низ дороги объездной, пронесся грузовик, снес который все напрочь. Вот машины битые. Сейчас еду, пройдусь, посмотрю. Вот одна в кювете стоит, вот вторая смятая. Паровозик был конкретный. Так, вторая смятая. Идем дальше. Третья. Друг друга спихнули. Четвертая. Чуть-чуть, кстати, повезло, это ничего не это. Пятая. Ну так, тоже по мелочи. Основная история внизу. Так, это непонятно как, почему стоит здесь. Его, видать, развернуло. Да, развернуло и снес забор, короче. Конкретно снес. Он профлист нес, товарищ. Вот, идем дальше, смотрим, что там дальше. О, шестая Волга через переход развернутая конкретно. Вон, будь здоров, как стоит. Прямо на пешеходном переходе. Вот, поджерик пострадал, вообще просто жесть. Сбитый, ну вроде бы же, хорошо трубу не снесло. Идем дальше. Что тут есть? Вот Волга это стоит. Это просто люди стоят в очереди. Это просто стоят в очереди, чтобы проезд. Вот тут уже очень много гаишников. Так, аккуратненько проходим. Так, идем дальше. О, это встречку зацепил неплохо в Коснотеево. Вон машина чуть-чуть побитая. Ох, это низ. А это вот герой нашего, блин, повествования, который снес все напрочь. Вот такой вот грузовичок. Трубу газовую тоже, кстати, снес конкретно. Ох, конкретно подвез, да. Вот это ликвидация результатов аварии на молочке. Ребята, службы отработали очень оперативно, в течение часа буквально. Почти все машины разобрали, остались две жестяковые. Одна поджерик и, ну, второй вариант. И сразу пригнали, представляете, машину для чистки покрытия. И вот она приступила к работе. Ну, тут это дедовским методом убирают основные кучки, стекла и все. Но в целом, вот дорогомойка, или как она называется, вот она вычищает сразу весь асфальт, вычищает, видать, чтобы побыстрее запустить движение. Колоссальная авария, отработали в течение часа. Молодцы спасатели, молодцы ГИБДДшники. Жертв нет, скорая не приезжала даже. Вот надо тут вопрос с трубой, которая немножко кривая. А так, очень молодцы, красавцы.